Чек дыру. Все вроде в порядке. Вроде все. Я уж вроде перетряхла все. Посмотрела. Они говорят, все время проверьте, потому что то одно, то другое. И обязательно сзади. Вдруг чего забыли. Ключи тут. Все в порядке. Ну что ж. Можно выдвигаться. Доброе утро. Доброе утро, Дели. Доброе утро, Индия. Намасте. Доброе утро, Россия, Украина, Казахстан. И все-все-все страны, которые смотрят нас. А нас смотрит очень много стран. Вот, я смотрела по аналитике. Даже я обнаружила одну или две страны, названия которых я не знала. Потом скажу. В общем, географический кретинизм. Доброе утро сегодня. Здрасте. Fine, thank you. How are you? Very good. Very good. What about you? Also very good. Good day. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. Доброе утро. 7 утра, и мы отправляемся. We're going to start Old Delhi. Кашмири Гейт. Мы отправляемся. И сегодня 10 мая. 10 май. У нас 10 мая. Мне иногда пишут, что ну как же так? Вы говорите 5, а сейчас 9. У меня ж, видите, пока я снимаю целый день. На следующий день я начинаю монтировать. Монтировать надо время. Вот видите, тут вчера была тусовка, сколько стаканчиков. Бесплатную еду, значит, раздавали. Вот. Была тусовка партии Конгресса. У них же все еще выборы не закончились. Вот. Я начинаю монтировать. Это тоже надо. Все-таки время. Потом надо сохранить. Это тоже надо время. Это видео сохраняется в компьютере. Потом это надо загрузить. А если я где-то в таких районах горных, как вот, например, Ришикеш, то это настолько медленно сохраняется, что я иногда целую ночь не выключаю компьютер ради одного видео, чтобы оно загрузилось. Одно-два видео. Поэтому я не могу вот сказать сегодня доброе утро, 10 число, и сегодня же выставить это видео. Мы сегодня будем целый день в автобусе, мы приедем в Драмсалу. А в Драмсале та же самая проблема с интернетом. Он медленный. Поэтому то, что сегодня 10 число, это значит, что мы... Это видео, оно выйдет числа, ну, 14-го, наверное, после того, как я его смонтирую, сохраню и загружу на YouTube. Вот, но это ничего, это маленькое отставание. Я смотрю, вот у многих блогеров, у них месяц назад снято видео, 2 месяца, и они только сейчас выставляют, потому что, да, надо время ж найти, чтобы все это смонтировать. А те, кто вообще грамотно, профессионально делает, там, с музыкой, еще с какими-то спецэффектами, им же больше надо времени. Это у меня все на коленке делается. Вот. Что вижу, то пою, как акын. А у людей, которые... Ой, собачка вон на кучке песка лежит. Ей там хорошо. Вырыла себе ямку. Королевишна. А где Бандер? Ой, Бандер, привет. Смотрите, как весело. Вот time, darling. Now? Да. 5 минут before 7. Без 5:07, а уже мейн-базар то вовсю. Вот человек книги продает, а ведь кто-то же и покупает. Срочно надо читать, но в основном они вот газеты покупают. Вот это Нью-Дели. Железнодорожная
железнодорожная станция, Railway Station. А мне бы, наверное, надо пристегнуться. Я, кстати, в новой блузочке. Вот видите, темно-синяя, на рукавах вышивка. Я потом покажу, как она еще по бокам. И сзади вышивка на плечах. И внизу вышивка. Красиво. Красавица. Сейчас мы тут немножко проедем, и я пристегнусь. Не мешало бы, не мешало бы. Нормальное такое движение в 7 утра. Ага, корова такая деловая. Смотрите, она вот там вот между машин идет. Боками, рогами, ей вообще все равно. Ага. Вот ей надо, куда-то надо. Совершенно независимая, одна. Пока теплые ночи, я вот смотрю, сейчас не успела пристегнуться. Увидела, что очень много людей спит на обочине. Вот просто спит. Но эти, ладно, эти уже куда-то собрались. Они ждут, в 8 утра открывается Таткал, железнодорожной станции, продажа билетов за день до отправления. Снимаются все брони везде, и ты можешь купить билет. А так, в принципе, индийцы же любят путешествовать, поэтому билетов часто нет за месяц вперед. Вот. Но есть шанс уехать, куда тебе надо, купив билет за день. Но это надо встать в очередь пораньше и ждать, когда откроется вот эта вот продажа Таткал билетов. Ну вот, например, спит человек, укрылся и спит. И вот сейчас на углу проедем. Вот их тут много спит. Рикша спит в своей тележке, на велосипедике на своем. Это просто йоговский трюк. Я не знаю, иногда в приличной постели ты не можешь уснуть. Как принцесса на горошине. То тебе не эдак, это тебе не так. Там соринка, там горошинка. Вон еще человек. Ну, в общем, это здесь нормальная картина. Не ужасающая, вполне себе нормальная. Тепло, почки не отморозишь. Вот, 7.33 уже градуса тепла, с половиной к тому же. 7 утра. Больница, наверное, зеленые халаты сушатся. Вот за красной Ауди, видите, рикша. Спит. Угу. А это Ауди Уттаракан, штат, откуда мы приехали. Ришикеш. А в Европе это United Kingdom. Объединенное королевство. Принц Чарльз. Now new принц камин. Арчи. Да, Саши говорит. Объединенное королевство, принц Чарльз. Я говорю, сейчас новый малыш появился. Сын Меган и Гарри. Арчи. Красавчик. Как мне понравилась фотография. Вообще такая красивая пара. Вот и... Вчера прям любовалась, даже сегодня утром любовалась, как они этого малыша несут с нежностью из роддома, как Меган относится к Гарри с такой нежностью, с любовью, неподдельная любовь во взглядах. Вот. И бабушки две склонились, королева и чернокожая бабушка, матушка Мэгги. Это вообще невероятно красивое фото. Вот. Я его, наверное, сюда поставлю. Может быть, не все видели. И все, и
все любуются на этого нового замечательного ребеночка. И Меган так идет, она немножечко поправилась после родов. Ей этот вес, мне кажется, очень красиво. Она такая женственная, мягкая. Ага, вот это вот главный офис полицейский в Дели. В общем, здесь улица офисов. А их дом семейный, он вот там вот за мостом, практически в центре Дели. What name? Ring Road. You don't have to go in the city. You go from outside. А, Ring Road называется. Вот эта дорога прямо идет в Маджну Катила, это тибетский квартал. Центр буддийской жизни в Дели. Там вот кому надо буддистам, там есть все. И храмы. И даже вот клиника, где ставят диагноз по пульсу и прописывают чудесные натуральные таблеточки, недорогие, сделанные монахами. И диагноз также ставит доктор-монах. Там всегда очередь. В Драмсале тоже есть такая клиника, я вам ее покажу. Мы сейчас едем в Драмсалу, и все, что там есть удивительного, все посмотрим. А, вот это вот электростанция для Дели. Электричество достают откуда-то. Для меня это загадка. Откуда они это электричество достают? И если ток в проводах течет, то почему он не вытекает на пол? Много для меня загадок в этом мире. Полицейские. Они с радарами, они проверяют скорость. Кстати, наш совершенно хладнокровный водитель так и не пристегнулся. ISBT, вот туда мы собираемся. А, это автобусный терминал. Видимо, здесь не сильно шугают за непристегнутые ремни. А, и а налево мемориал Махатмы Ганди, вот там. Через 5 минут мы увидим красный форт слева. Вот это вот Red Fort, красный форт. Раньше столица была Агре, но потом там закончилась вода, и Шах-Джахан перенес столицу вот сюда. Здесь тоже построили красный форт. И в Агре тоже был форт. А поезд ждет сигнала. Вообще, конечно, проблема воды в Индии. Вот видите, наверное, плохо видно. Вот люди тоже спят. Да, people sleeping. Да, вот прямо вот в рядочек все спят. Проблема в Индии. Какой бы ты прекрасный город ни построил, но если вдруг случается засуха, и ушла вода, и негде взять, на той стороне вообще много народу спит. Ну что делать? Жаркая погода, ничего страшного. Можно потом пойти и за 5 рупий принять душ где-нибудь на вокзале. Там, где туалеты, у них есть и душевые кабинки. Это стоит недорого. Зато сэкономится на гестхаусе. Если они здесь работают,
Иногда им вот так вот выгоднее поспать на улице, чем снимать какую-то общагу. Все-таки столица – это шанс заработать, помочь своей семье. Если в деревнях они живут, там, может быть, особо и негде заработать. А детей много в некоторых семьях. Их надо кормить, давать образование, одевать. Поэтому папочки приезжают сюда, и те, которые без образования или еще что-то, устраиваются на самое простое. Вот хотя бы велорикши. Многие даже и не образованные. Чего, нельзя туда? Что он сказал? Вот Хисей. Следующий. Это только для автобусов этот поворот. Ой, какой махараджа-то. Who is it this махараджа? Статуя-то. Welcome to Maharana Pratap ISBT. Где-то у нас еще вода была с моей подушечкой. Да. Все, спасибо. Thank you. Thank you. 400 рупий это стоило. Ну вот он ему 100 на чай. Он любит давать лишнего, чтобы человек был рад и хорошие вибрации нам отсылал. Что-то там такое говорят. Ой, блин, опять надо на просвет поднимать чемоданы, что ли? Какое-то вообще счастье, чемоданы на колесиках. Дай бог здоровья во всех жизнях человеку, который придумал колесо. Саши уже нашел носильщика, помощника, замечательно. Главное свою подушечку не потерять. Вот так, прошли осмотр через просвет чемоданы. Нас металлоискателями обыскали. Мне это нравится. Какая-никакая, а безопасность. Доверяй, но проверяй. Я никогда не была на таком чудесном вокзале. Какие-то у них тут свои иерархии, разборки. Читающая нация. Не, спасибо, не надо мне. Я и по-английски-то не читаю. Собачка такая пошла в туалет зачем-то. Интересно. Бесплатный туалет. Знаете чего? Я забыла вообще, откуда я пришла. Пойду, говорю, поищу туалет. Саша говорит, ну иди. И я куда-то ушла. Без телефона. Что ж теперь? Ну, попробую. Вот эту собаку вроде бы я помню. По собакам будем ориентироваться. Ну все, нашла мужа. Что-то он уже покупает носочки.
книги. Не-не-не-не. И будем мы теперь в адидасовских носках за 100 рублей. Спасибо. Thank you. Покажи, что купил-то? В автобусе, если будет холодно, там AC, Volvo, мы вот это вот используем. Вначале хотел... Да. Вначале хотел 200. Саша говорит, нет. На Мейн-базаре 60. Такая упаковка. Он говорит, ну давай 100 мне хотя бы. Ну, он думал, да, он думал, как на иностранца подумал. Да. Саши говорит, Индия вообще лучшая страна для зарабатывания на себя. Говорит, не обязательно зависит от большого босса. Вот так ходи, вон носочки продавай, всяко разно заработаешь. Единственное, кто работать не хочет, говорит, тот говорит, я бедный. А так, в принципе, кто угодно может здесь заработать хоть чуть-чуть. Хорошо. Ага. Это вот со вчерашнего виза-центра. Взяли себе холодную кока-колу. Не, ну да, мы уж очень хорошо заплатили. Достаточно нам носков. Мы очень хорошо заплатили. 5000 лишних за нахождение в VIP-зале и за бесплатную кока-колу. 9300. Это вот девушка денег просит. Ну, да. Не хочет работать. Но у нас уже есть наша студентка. We have our own poor student woman. Мы ее поддерживаем на Мейн-базаре. Всех молодых бездельниц мы не можем поддержать. А она сейчас не говорит, что она... Студентка. Она сейчас говорит, что она собирает деньги для бедных студентов. Ну, опять же, в ее лице. Пока что бизнес книжный у него не идет. У него вон даже в джинсах две книжки приныкано сзади. Это просто акробат какой-то. Взял да понес. Ничем не скреплены. Ну, двигатель торговли. Реклама. Смотрю, Уттар Прадеш, Уттарканд, Пепсу какой-то, Харьяна, Дели, так, Пенджаб, Химачал Прадеш. Везде, во все штаты отсюда идут автобусы. Ну я знаю, я не буду ей давать в руки. В ротик не буду давать, я только кину. Голодная она очень. Все, иди отсюда. Кушать ей хочется. Грязная, страшная. Ну я понимаю, нельзя так делать. Она же есть хочет. Все, иди. Иди. Бедолага, бедная собака, господи. Ой. Она на меня надеется. I will bring her outside. Пошли, я тебя принесу. He's a boy. He's not a dog. Him. But why do you keep 500 dollars? Not all. I will take only 3 more. А че? Пошли. Пошли назад, пошли на улицу. Где меня не будут ругать. Пойдем. Куда-нибудь спрячемся.
сытым выглядит. Саши из Путапарти везет эти печеньки, он их очень любит. Ругается на меня. Хорошо, хорошо, я потом куплю ему. God will give you better. Он говорит, я же отдала, говорит, пакет корове, пакет собаке. Я же, говорит, с Путапарти вез свои любимые. Мы найдем еще лучше. Из Хайдарабада это печеньки его любимые. Ну жалко же, такая голодная. Все, я не дам тебе больше печенек. Я тебе потом куплю. Папа вернется, я куплю тебе других печенье, ладно? А то он ругается. С Хайдарабада печенье раздала. How for what? You buy for me for bus. I know. Да. Is it for bus? Yeah. For bus. Выпей, говорит, еще одну таблетку. Меня уже заранее укачивает. Я так укачалась тогда в такси из Ришикеша, до сих пор себя не приду. They don't say how many days. Я даже не знаю, можно ли еще одну выпить на всякий случай. Я сейчас в интернете это проверю. Называется Vomiford. Что это такое? Сначала выпить, потом проверить? Или сначала проверить, потом выпить? Чипсы хочу купить. How much? 25, да? 25. Сейчас. Yes, yes, I see, I see. I will give. Вернулся наш носильщик. Они так договариваются, что заплатит, когда он нас загрузит совсем в автобус. Поэтому они бегают, ищут новых клиентов, зная, во сколько наш автобус приходит минут за 15 до отправления, грузит, получает свои денежки. Это наш Volvo, да, Volvo. Пишет номер нашего сиденья. 31-32 у нас. Чтобы нечаянно кто-то не забрал. 200 рупий. Часы у него, как много, красивые. Но дамских-то нету, женских нет красивых. Only for men, no for ladies, да? Я не нуж... Мне не нужно, только я хочу посмотреть. Тебе не нужны, говорит, эти вещи. Они же без бриллиантов, конечно, не нужны. Видите, у меня какие сегодня серьги за 50 рублей. Вот такие же и часы мне нужны. С бриллиантами. 31-32, да. Ура, ура. Что, никого нету сзади? Ой. Слушай, ты там аккуратно. Я не знаю, чего там, но аккуратно. За нами никого нет, поэтому мы можем вообще взять, да как лечь. А как лечь-то? Сейчас. Ой, darling, ну, possible to lay down. Can you lay down? Like this, you know, press and push. Press and push. I can't. Why can't you press? Не получается у меня press and push. Давай. Where is that? Ну, давай. I don't know. Сейчас он меня отломает. Как ты это сделал? Теперь я лежу. Теперь я хочу посидеть. Now I want to sit. Лежи, лежи, говорит. Нет, я хочу сидеть. За нами никого нет, поэтому мы никому не мешаем. Very good. How many kilometers?
Ну, сколько километров? Покажи мне билеты. Show me tickets. I have no ticket. I have only in computer. 482. Так, 482 километра. How much? One ticket. 1300. Один билет 1300. И ехать 12 часов. Вот как-то так. You like my new jewelry? Гремят они и царапают. Сейчас прилегла, надо их снять пока, серьги. Так полюбоваться. Красота-то какая. Ляпота. Саша переобувается. Он говорит, теперь мы едем в другое место, и теперь мы должны молиться так. Ом мани падме хум. Ну, это правильно, да. В Путапарте Сайрам, в Харидваре Ганге, Харе-Харе Ганге. Вот, Шива. Ом намах Шивая в ашраме Аммы. Ну, и в других местах, где почитают Шиву. Да, мечети Аллах Акбар в христианских церквях, да, креститься. Говорит, Бог един, Создатель один, религии и всю эту философию разделили люди, а на самом деле почитание, оно и есть почитание того, кто закрутил все атомы. Это замечательно, и как бы мы ни молились, мы гармонизируем этот мир. Вот. И это здорово. Теперь мы будем говорить о мане падме хум. Потому что мы едем в буддийское место. Пристанище Далай-ламы. Все, говорит. Автобус полный, давай. Somebody looking for seat. Sometimes they come at the last moment. If it's empty, they will go. So no full full. Hello. Все уже занято. Чего? Ура! Ура! Мы снова едем в путешествие. Моя собачка идет. Нет, это не моя, это другая. Это немножко почище. Вот он, Махарана, Пратапа, Интерстейт Бас Терминал, Кашмири Гейт Дели. Чё? Ну чего? Я не хочу лежать. I want to sit. After, I will lie down. Ты посмотри, такой заботливый. Да. Сейчас я хочу посидеть немножко. Оттань от меня. Говорит, что лучше путешествовать днем. А ничего нет такого, чтобы, если что, закрыть, если вдруг солнца будет много. Занавесок нету. Проверка билетов. Мы уже поехали. Сала. What time now? 8:40. Смотрите, какой трафик. Очень близко от Маджнукатила. Видите, наверху вот эти вот флажки буддийские. Это уже говорит о том, что здесь буддийский райончик Маджнукатила рядом. Угу.
Левантовый мост. Как будто бы строится еще. Смотрите, кран там рядом. Не достроен, что ли? Да. Он говорит, я счастлив смотреть в окошечко, потому что ночью, когда в 10 загружаешься, там или в 9, во сколько там отправляется ночной автобус, ничего уже не видно. А так интересно. Yes, darling, very interesting. Very interesting. Да. Автобус пенджабский. BUN bus. BUN short of Punjab. Это короткая тун, это короткая пенджаб. И косички развиваются на автобусе. Черные косички. Вот так вот любит водитель свой автобус, заботится и дарит ему подарки. Посмотрите, как много там автобусов, стоянка автобусов. Это не мини-бас, нормальные средние автобусы. Большая площадка. Как будто Кришна и Рада, вон серебряная и бронзовая статуя. Видно ли, не знаю. Ага, подъехали мы к этой статуе. Да, действительно, Кришна и Рада. Какая красивая. Сити Парк Грин. Блю Сапфир. Блю Сапфир, да. Это мы сейчас проезжаем в рестораны и всякие разные дворцы для пати, для мэридж. Очень много тут разных мэридж-холлов. Да. Везде. За городом, видимо, подешевле это все арендовывать. Удивительно, но там кенгуру. А что это такое? Сидней Гранд Хотель. А, ну понятно. Сидней, поэтому и кенгуру. Отель Лотос. Банкеты, ресторан, комнаты, Макдональдс. Машин едет. Мы уже проехали, объехали, я не знаю, штук 10. И вот целый ряд вот этого вот линии. Да, они, наверное, в Кашмир куда-то едут. Вот тут вот они все слева, вон, оказывается, выстроились. Боже мой, их сотни этих военных машин. Просто сотни. Куда же они направились все? И справа, и слева. Видимо, учения какие-то идут. И амбуланс. Скорая помощь военная. И наверху сидят с ружьями. Да-да-да, очень-очень интересно. Тревожно прям. Мы сейчас в штате Харьяна, и скоро километров через 40 будет Курукшетра. Он все жалуется и жалуется, что я отдала его печенье то коровам, то собакам. Я, говорит, никому твою кашку не отдаю, потому что это мамина кашка, а ты мои печеньки отдала. Он просто проголодался, едет жадничать.
ябедничает. В следующий раз я не отдам твои печенье, я уже поняла. Купим других для собачек. Да, 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 да. Я уже поняла, что ты мне тоже мозг можешь вынести, как и я тебе. Военные машины так и не закончились. Уже штук 200. Ну чё? Хочет проверить. Курукшетра здесь, да? Мы недалеко от Курукшетры, совсем недалеко. Курукшетра — это поле, где происходила битва между кауравами и пандавами. 18 дней шла война. Это братья двоюродные, кауравы, пандавы. И на этом основана эпос Бхагавад-гита. Кришна, Бог, был возничим в колеснице Арджуны, принца Арджуны, который из пандавов. Вот. И это для кришнаитов очень-очень-очень значимое место, очень важное. Курукшетра, поле Курукшетры, поле битвы. Находится оно в штате Харьяна. Совсем рядом с Пенджабом. Я почему-то всегда думала, что это в Пенджабе. Но вот у нас соседи были в Ришикеше из Курукшетры. И они говорят, нет, это Харьяна. Сейчас так много полей подсолнухов проехали. Вот с обоих сторон подсолнухи. Я на юге не видела столько. Вот на севере здесь только. Наверное, подсолнечное масло отсюда туда привозится. Мичи, Мичи. Мичи, ресторан. А что за Мичи-то? Ну ты беги, я подойду потихонечку. Ура! Я думаю, 12:30. Ну и думаю, 42-45 градусов. Мирчи, Мирчи ресторан. Перчик нарисован. Лейта, лейта. Так, ресепшн, ресторан. Куда идти-то? Нет, здесь ресепшн. Ага, thank you. Вот там, говорит, иди туда. Ага. Ой, какой приличненький. Прелесть. Thank you very much. Вот прямо так, да? Господи, как красиво. Very nice. Very, very nice. Thank you. Ага. Какая красота. А запах такой специй. Прекрасный запах. Так, устраивайся поудобнее, мой мешочек. What they have? I order one nice thali. Nice thali? Ой. Они еще и вон что делают, вон что удумали. Курам ноги отрывают. Безобразие какое. Тали, а я хочу соль теласи. Прямо жарко-жарко. Так приятно разуться и на холодном полу. Он у них каменный. А снаружи прям жара. Видите, какие бутылочные пальмы. Официанты такие вымуштрованные. Наливают воду, левую руку за спину. Лук и вот это вот. Закуси вот этим вот. Закусывай, Минхерц. Ням-ням. Ит, ит. Нет, не хочешь? Очень вкусно. Вот в нашем автобусе пара иностранцев едет. Ну, наверное, они не русские. Перед нами сидят слева. You think which country this foreigners?
Наверное, он француз. А он говорит, наверное, немец. А девушка вообще, можно и с русской спутать. Парень точно иностранец. Вася такое классное. Зиры много, специй всяких напихали. Очень вкусно. Все у них тут есть. Вот такое вот. Тали. Ну, этого мне и достаточно. Кёрт, райта, панир, баттер, масала, дал, похоже, что-то с горошком овощное какое-то, рагу, карри овощное. И вот то, что они называют салатом, резанные кусочки овощей. Да, нан красиво выглядит. Мне, наверное, достаточно с моим кефиром. Очень вкусно. Но я не голодная, что там. I want candy. Candy. Да. Ну, я хочу вот такой яркий. Миксинг, миксинг. Угу, 30 рупий. Вот такой вот миксованное. Очень хорошо. Very good, very good. Ботача. Ботача, ботача. Какие у них есть запахи? Я жвачку сейчас не ем, но мы как-то тут вот такую... Ну хорошо, а это что такое? Это банана, а это тоже банана, оранж. Оранж. Стробери. Да? Нам нельзя? Бас. But я видела. No, darling. Our bus has to leave. Just last time this tour I saw with cardamom. Я видела с кардамоном жвачки. It was bubble gum with cardamom. Ой, шантамин. What is it? Вот это, по-моему, из таких пальм добывают пальмовое масло. Почему его все время ругают пальмовое масло? Натуральный продукт, хороший. Почему not very good for life? Very good for life. Do you remember our bus? This one. Sure? Only one. Помнит ли он наш автобус? Я вот даже цвет не помню, который мы... Саши, мне кажется, наш белый. Давай белый выберем. Хотя нет, у нас были на стеклах зеленые полоски. Мы что, первые, что ли? Хай. Хорошо, прохладно. Нет, не первый, он просто бережет прохладу. Закрывает дверь. Женщина в нас немножко врезалась. Слава богу, ничего опасного. Ну, так бумс было. Водитель вышел и объяснил ей, что она не права, и поедем сейчас. На этом все. Авария окончена. Нет, еще пошел один. Ругается на нее. Не окончено. Ну, вообще-то надо соблюдать дистанцию. Мы назад не сдавали. Что она хотела-то? Тут так пролезть, что ли? Тут так мало. This woman, woman, darling, driver. Driver, woman. There, behind. Red car. Это ее вина. Ну все, вроде проверили. I don't know, they want to check, maybe something happened. А там зеркало вроде отвалилось. Чье-то, не знаю чье.
Ее зеркало видим, нет? Ну да, это ее, видимо, зеркало улетело. Он Лемира. А, даун. Еще вот это вот внизу-то, как она называется, тоже у нее ободралась. Как вот это впереди машины. Бесплатную воду раздают. Ну, или какие-то напитки. Сейчас жарко, очень многие делают такое служение. Раздают бесплатные напитки. Даже иногда на дороге вот так прямо поставят стол. Вот у них реклама, что квартира с одной спальней 1 450 000. Ну, так же, как и у нас. 1 400 000 вот у нас это стоило бы. Ну, это большой город, поэтому для больших городов это недорого, 1,5 миллиона. Вот на Инди-Сити. Чандигар. И в этом городе, я смотрю, все такие законопослушные водители. Вот в Дели, смотрю, у нас не пристегиваются, у нас, да, не пристегиваются ни водители, ни пассажиры, они просят по большей части. А здесь, вот я за ними сейчас наблюдала, мы ехали. Все пристегнуты, абсолютно все. Ремнями безопасности. Ага, абсолютно все. И проехал непристегнутый. Ну, а остальные абсолютно все. Вот опять проезжаем. Прекрасные поля, конопли кругом. На такой дороге не разгонишься. Вот это вот все, конопля никому не нужно, растет, прям уже пылью покрылась. Всю дорогу ребенок один митингует в одиночку. Наверное, политиком будет. Он говорит, хайвей прыгнет в реку. Сказал ребенок. Да. Может, мы с будущим президентом или премьер-министром Индии едем. Никто ведь не знает. В новом-то поколении тоже ведь подрастает новые звезды. А тут уже чистая, непуганная конопля. Батюшки, чё у нас с ней борются? Кому она нужна? Вот растет себе, растет. Вот это все, вот то, что не кусты, это все конопля. И вон опять просто. Смотрите. Красота. А корове даже коровам не надо, понимаете? Идут коровы, им совершенно не надо. Никому не надо. Никому. Вот люди, и им не надо. И вот. Тростниковый сок надо, а конопля не надо. Полиция проверяет частные машины. Еще не закончился же election-то. А там политическая машина была, их не проверяли. Ой, батюшки, выше меня конопля. Слушайте, я что-то запрещенное и никому не нужное.
здесь уже вообще просто колосистая. Вот это все там уже прямо ростом с небольшие дома, с сарайчики выросло. О. Какие-то странные горы, как обсыпались, как будто это горы песка. А, кстати, может быть, это и есть песок или глина. Шоми. 25 рупий? 25 рупий? Да. Шоу, вот инсайд. Один пакет. Еще пакетики маленькие. Two packet. Угу. One pack inside. На 20 минут чай, туалет. Смотрите, такие сарайчики практически сделаны из какой-то травы. Чистенько там у них так. Так. Вот ты какой, северный олень. Ага. Давай. Иду, иду. Тоже гнездышко. Саши поторапливает. Автобус же ждать не будет, а я как паровозик из Ромашково. Туда, сюда. Где он? Я его уже потеряла. А это вот оно как раз. Оно. Для увеселения чаю. Гальбира. Ага. Я купила вот такие чипсы. Будем пробовать. You can try. Вот такое вот манго-мороженое. И, ребятки, наши оказались соседи. На самом деле немцами Саши. С ними поговорил. Пидрамсали остановится по каучсерфингу. Саша спросил, говорит, где вы там жить будете. Они говорят, а мы уже, в общем, ждет их кто-то, семья. Вот. А мы будем искать любой первопопавшийся отель. Нам ехать всего 3 часа осталось. Мне вот это очень нравится. Very tasty ice cream. You want? Я его еще с Гоа полюбила. Better be the district of Rochester. Definitely. Uh-huh. Happy. Happy, happy. Happy, happy. Вот такая вот деревня. Практически из соломы. Yeah. Temporary village. I don't be sitting here, I'd buy for them. Давай. Саша хочет им печенье купить. Им главное интересно. Им интересно, они смотрят на наш автобус, руками машут. С автобуса, правда, тоже машут руками. Вот это вот наш зелененький автобусик. По-моему, электричества даже нету. Хорошо. Ой, понес. Печенье накупил. А дети бегут.
думала, для них это не такая диковинка. И даже большой парень подбежал. Я думала, говорит, это достаточно. Кому-то не хватило, сам в одиночку. Я видела их 7-8. Да. Don't look, говорит. Не смотри, говорит, туда. Как же не смотреть, если тут такой обрыв? Страшно же. Как котенок Гав. Давай бояться вместе. Let's look together. Let's afraid together. Давай вместе смотреть. Такое впечатление, что это было дно океана. Кругом камушки, камушки, камушки. Мелкие вот такие, вот как галька. И, наверное, плиту вот так вывернуло, потому что мы уже много километров проезжаем. Такие интересные горы из мелких камушек, камушков морских. А вот это обработанных водой, круглых. Вот это все, вот все одинаково здесь уже много-много километров. Наверное, плиты столкнулись и приподнялись. Как там Гималаи-то образовались? Тибет. Горы. Надо почитать. Кондуктор прошелся по автобусу, кричал, если кому-то нужны пакеты, вот он раздаст, потому что сейчас начался горный серпантин и может кого-то начать укачивать очень хорошо. What it's called? Wonkin bag. Wonkin bag. Нет, я хочу смотреть сюда. Смотри, говорит, лучше туда. Ну почему туда-то, если я хочу сюда? Папа wrong? Always wrong. Смотри, как здесь интересно. Смотри, какой обрыв. А ты говоришь, смотри туда. Там у вас горы. Ой. Хануман темпл. Видите, сколько круглых камней тут, прям добывают их специально. Я не знаю, заборы что ли будут строить, но такие круглые камни, это определенно дно океана было. Все еще 1:46. Почти 2 часа ехать. Очень медленно сейчас едем, потому что горная дорога. Да. Укачало народ. Наших немецких друзей укачало. Убежал.
что, я одна, что ли, тут осталась в автобусе? Все ушли? Всем плохо? Одной мне хорошо. Ой, говорят, 41 минута еще. 16 километров. И мы перебрались вперед. Все-таки впереди гораздо легче. Сзади потряхивает, укачивает. Угу. Через 6 километров Дхармсала. А потом... А через 10 километров от Дхармсала уже место нашего назначения, последняя станция Маклиотганш. Оказалось, что Дхармсала — это последняя остановка. А нам еще Маклиотганш надо. А, yes, hi. Пришлось пересесть. Прямо так повезло. Всего минута со стыковкой. И автобус Маклиотганш. И наши ребята тоже, вон, немцы. Тоже в автобус сели. Юноша предложил помощь. Чемоданчик один тоже катит. Thank you, батюшки. 10 вечера. Что делается-то? Я подожду, ага. Давай, давай. Давай, бери. Ten PM now? 9:30. А, 9:30. Жизнь-то кипит. Наконец-то мы приехали в Маклиотганш. Ага, давай, давай. Мы даже не прозванивались. А что у тебя такие лапы грязные? Где-то ходила вон аккуратненько по колено в грязи. А я думаю, хоть бы воды-то купить, хоть бы не закрыты были все лавки. Какое закрыты? А этих наших ребят молодых, красивых немцев встретил, видимо, их хозяин, тоже парень такой молодой, в очках, как знайка такой. I waited for husband, he will decide. А чё? Сразу предложили мне гестхаус. 2000, говорит, ночь. За 2000 ночь. Ну, что там у тебя? This one balcony. Балкон, туалет. Вид. Кровать. А чё? Nice place or nice. Хорошо. Маклиотганш? Yeah. Йогивара Роуд. Здесь. Окружили, все показывают свои квартиры, и все говорят, и дешево, и хорошо. Вот это что ли? Все отлично, но я мужа пока жду. Это прямо рядом с Далай-Лама храмом. В общем, how much? This one, 1200. Здесь типа Далай Лама Темпл teaching. Ага. Only 2-3 минуты. Хорошо. Только минута от Темпла Далай Лама. Я. Да. Only 1 minute walk. Ача. It's good view. С хорошим видом. Ой. Ну, что-то нам придется брать. Что-то Саши долго задерживается. Видимо, бегает, ищет хотя бы на одну ночь что-то. А потом переедем туда, куда надо. Хорошо. Я, кажется, его вижу. И идет с какими-то пацанчиками, значит, нас куда-то отведут.
देखना मंदिर के पास Все, нашел. Ребята, спасибо большое. Всем спасибо. Все, отлично. У нас есть жилье. А так тут и не останешься сироткой-то на улице под заборной. Кто-нибудь чего-нибудь да предложит. Ой, на одну ночь он нашел где-то. Не там, где мы любим. А завтра переедем туда, где мы любим. Неважно. Лишь бы переночевать. Ой-ой. Иду. Вот такая гостиница. Обычная гостиница. Это чего? Это ж не твои тапочки, не наши. Так, ну не важно. Нам же всего на ночь. Хорошо. Да, утром вечно кто-то уезжает. А у нас и балкончик есть. С общим, да, есть. А по балкон это... Ух ты! Я тоже думаю, это наш любимый отель. Ну, пока. Пока, Шаши Капур! Привет, привет! Привет! Tomorrow! Thank you, tomorrow! Ой, как хорошо! Ой, наши любимые хозяева отеля. Какие вспышки-то! Ой-ой-ой-ой-ой! Pink your. Yes, brush. Somewhere, сейчас I will find. 2000, короче говоря, вот за такой номер попросили. Он попросил скинуть. Ну, no, I not open too much. Only take your sleeping and brush, да. В общем, за 1500 нам по дружбе. Вот такой крохотный номер, 1500. Ну, ладно, мы сейчас будем потихонечку спать ложиться, сильно не будем распаковываться. Завтра у нас переезд в наш любимый отель. Вот, нас с приездом, а всем счастья, добра, здоровья, гармонии, добра и сметаны, да. И всего самого наилучшего, любви. Пока-пока.